Калеха – там деревня на красивой равнине, которая получила благодать и благословение от земли и неба в течение многих лет и принимала землевладельцев и фермеров, и сегодня со временем и расширением городов потихоньку соединяется с городом Буруджерд. Вода – источник жизни и процветания этих красочных ландшафтов, долин и равнин. Потребность в питьевой воде и воде для орошения сельскохозяйственных угодий заставила местных жителей перенаправить в деревню чистую проточную воду из прилегающих к деревне гор, чтобы угостить водой красивую природу. Вода проистекает из источника и проходит долгий путь до деревни. На своем пути она сталкивается с долиной, посередине которой течет река, перекрывая ей путь. Поэтому могучими руками местных архитекторов через реку был возведен мост из камня и кирпича, чтобы преодолеть водное препятствие. В разные времена истории мосты строили на важных маршрутах в различных целях для удовлетворения потребностей человека. Мосты обычно используют для передвижения, а при необходимости их проектировали и строили другим способом с дополнительным пользованием. Одним из таких мостов, который служит не только пешеходным проходом, но и открывает путь для течения воды, является мост Калахатем Буруджерди. Мост Калахатем перенаправлял питьевую воду реки Бахшах, Маша или Машу в город Буруджерд. Маша на самом деле была Машах или река Шаха, сокращенное название Маша. Этот мост, который считается своего рода водным мостом, был построен в 1934 году в ранний период Пехлеви на реке Гермабе длиной 261 метр и шириной 2,5 метра.
Мост Кале-Хатем имеет 14 кирпичных пружинных арок. Арки имеют стрельчатую форму с незаметной остротой. При строительстве моста Кале-Хатем использовался кирпич в арке источников, а у основания между арками и поверхностью прохода использовался известняк. Основание моста находится в направлении, противоположном течению реки, с треугольным волнорезом, а в другом направлении имеет овальную форму, и много лет ухаживают за этим мостом, как добрая кормилица. Мост Кале-Хатем на северо-западе города Буруджерд, провинции Лористан, когда-то доставлял воду из горных источников в деревню Кале-Хатем и город Буруджерд. Но теперь его пешеходный проход принимает твердые шаги фермеров этой красивой равнины.